Передовики аграрии получили ключи от автомобилей. За руль новеньких «Лад» и «УАЗов» сели 12 человек. Все они победители трудовых соревнований самых разных районов края. Заслуженные награды на дне урожая получили механизаторы, животноводы, операторы машинного доения. Поощрять лучших работников сельского хозяйства уже стало в крае доброй традицией. Результаты напахал 2310 гектар. Первое место по югу края. Результат. Вот машинка стоит. Лада Веста, X-Ray Cross. В общем-то, счастлив, что не забывает нас.